мои все работы, вот, знаете, как друзья мои, такие дорогие друзья, причем вот даже расставаться-то с ними не хочется, потому что я с ними прожил столько минут, столько часов, столько дней, и, в общем-то, это мои друзья, и вот так как-то приходит иногда Виктор Назарович, задает вопрос, сколько это стоит? Я не знаю, сколько, как я могу друга продать, за сколько? Сколько он стоит? Да он стоит баснословно дорого и ничего не стоит.